Уважаемые друзья, здравствуйте. Сегодня 28 июля. Мы находимся на территории Ростовской области, семьи Каракорского района, в одном из крупнейших картофелеводческих хозяйств. На данном опытном участке в этом сезоне мы испытываем наш новый фунгицид под названием «Миравис». Опытный участок, там, где была обработка «Мирависом», находится с правой стороны от меня. Предлагаю в режиме реального времени пройти на данный участок и посмотреть, насколько листовой аппарат поражен альтернарией. Обратите внимание, что листовой аппарат находится в практически здоровом состоянии и каких-либо поражений альтернариоза нет. Обработка, хочу сказать, была 20 июня, сегодня 28 число. Единственная разница с хозяйственным вариантом была только в одной обработке препарата «Миравис». А теперь, уважаемые друзья, давайте пройдем на соседний участок. Обратите внимание, что есть поражение с точки зрения альтернариоза. То есть вы видите, что есть характерные концентрические пятна. Это альтернария Солани. Давайте пройдем немного дальше и убедимся, что это не единственное растение, которое пострадало от альтернариоза. Характерные некрозы для альтернариоза на картофеле. Вот еще одно растение. И вот еще. Поражение альтернариозом на хозяйственном варианте, они значительнее, чем там, где применялся «Миравис».